Так, ну что, я еду на день рождения к своему прекрасному другу Никите Уманскому, а вам могу сказать всем прекрасной субботы, если у вас есть такая возможность, обязательно выходите, сходите в кафе, в клуб, послушайте музыку, посмотрите фильм, в кино, потому что, возможно, скоро опять будет карантин, и нас снова закроют дома. Совсем одной, одной. Привыкла быть одной, ой-ой.
приехал, Катюша! Ее слышали, Николя! Еще раз! Давай, Макс, помню! Ты такой чувство, что я вообще не уходила, мне кажется! Ой, я встану вот здесь! Я вот так вот. Покажите, это он, ребята. Эйцеп, на мне. Давай дальше. Посмотрите, какой кайф. Это просто небо шикарное. Вид красивый. Я в восторге, честно. Просто волшебство какое-то. Ну что, когда тебя пригласили на день рождения к Никите Уманскому, а ты чуть-чуть опаздываешь. Ну, ничего страшного, скоро буду. Так, все, я собралась к Уманскому на день рождения. Уложилась, оделась, собралась и еду. День рождения его исполняется 25 лет! Давайте пожалуйста! Мы все желаем тебе, чтобы ты дальше был таким же красивым, сильным, сильным и никогда не подарил свою жену! Давай, хорошо, давай сначала ты, чтобы две песни, не знал. А ты песню поешь, и потом две песни наши. Через песню, да. Через песню наши. Я не знаю.
сука, своего ребенка. Спасибо! Какой кошмар! Так. Не горит, да? Горит? Горит! Раз, два, три. Жень, я когда тебя увидел, я сразу понял, что ты... Так? Кто так поздравляет, ёпта, блядь? Either!